знакомиться, меня зовут Александр. Со мной также работает Александр, и я ведущий вашего сегодняшнего свадебного торжества, конечно же. Вам расскажу, как будем встречать наших молодых. Когда мы видим нашу замечательно, горячо любимую, семейную уже супружескую пару, мы с вами дружненько крикнем что? Ура! Да, на параде, ура! Будем кричать «поздравляем» и повыше подбросим вот эти замечательные шарики. Потому что, к сожалению, здесь больше и у нас ничего нельзя использовать. Повыше подбросим, будем хлопать в ладоши, конечно же, улыбаться. У всех должны гореть глаза, потому что как мы встретим наших молодых, так у нас свадьба и пройдет. Репетировать мы не будем, так что иду за нашими молодыми, встречаем. Ну что ж, дорогие друзья, встречаем, перед нами самый молодой.